Управляющая компания «Союз Люберцы» вошла в состав группы компаний «Пик Комфорт». Об этом руководство федеральной управляющей компании объявило в прошлый четверг на брифинге, организованном для жителей и журналистов. «Пик Комфорт» – одна из крупнейших управляющих компаний страны. Присутствует почти в 50 городах России и управляет 35 миллионами квадратных метров жилья. Компания внедряет высокие стандарты обслуживания домов. Для жителей каких-то изменений особых не будет. Но со временем мы будем внедрять стандарты своей организации, которые отличаются высоким качеством. На брифинге присутствовали жители домов, находящихся в управлении компании «Союз Люберцы». Большая часть их вопросов касалась благоустройства придомовых территорий, озеленения, строительства детских и спортивных площадок. По данным Сергея Семыкина, за время работы «Пик Комфорт» в Люберцах было установлено 3 детских и спортивных площадки. На 2 было установлено резиновое покрытие, также были установлены ограждения. Что касается озеленения, то в районе было высажено более 1500 кустарников и деревьев. Что касается домов, находящихся под управлением компании «Союз Люберцы», все планы работ будут составлены совместно с жителями. Помимо этого, через несколько месяцев для жителей будут доступны все сервисы и услуги, оказываемые «Пик Комфорт». Так, одна из главных особенностей компании – собственный единый расчетный центр. Кроме того, у вас будет личный кабинет, вернее, у нас уже есть «Пик Комфорт», который вы можете воспользоваться и производить там оплаты за потребленные услуги. Без комиссии. Помимо этого, жители смогут воспользоваться дополнительными услугами компании, например, ПИК-сервис. Это площадка с услугами для дома, где жители смогут с легкостью заказать услуги для себя. Стоит лишь позвонить по номеру 8 800 505 89 89 или заказать услугу на сайте компании. ПИК-сервис включает в себя следующие услуги: ремонт квартир, бытовой техники и компьютеров, услуги клининга, помощь при переезде, а также замена и проверка индивидуальных приборов учета. Предоставлением услуг занимаются проверенные партнеры «Пик Комфорт». Но все же для жителей в первую очередь важно качество эксплуатации и содержание домов. Первое – это у нас эксплуатация будет в другом виде. Значит, мы не работаем как латание дыр. У нас есть группа технического обслуживания. Значит, дом встает на техническое обслуживание, заходят наши сотрудники эксплуатационной организации, проходят его от подвала, вычищая подвалы, замена труб. И доходит до самой кровли, по ходу меняя ручки, задвижки, разбитые стекла и так далее. Это называется техническое обслуживание. Второе, мы повернуты лицом к жителям и стараемся быть доступными к ним круглосуточно. За последнее время «Пик Комфорт» в Люберцах установила свыше 1000 метров газонных ограждений, заменила 4500 светильников, отремонтировали 64 подъезда и восстановили более 1500 метров тепловой изоляции. Компания не планирует сбавлять высокие темпы работы в городе. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.